Обалдеть! Вы что ты делаешь? Я девочке все повытирал, вообще все, что... Хоть здесь мне никто не помешает посидеть в телефоне. Дорогой, я уже пришла к тебе купаться. Да я уже тут позеленел, пока тебя дождался. Появился хомяк у Валерии. И назвали мы его... Олег! Обалдеть! Обалдеть! Кстати, я вам сейчас скажу 5 фактов про Леру, а вы угадаете, какой один факт неправильный. Мяу, а кто первый угадает, попадет в видео. Если любишь пэтов, ставь лайк. И не забудь нажать красную кнопочку, подписаться и сделать ее серенькой. Что случилось? Такие крутые новые уровни, балдеть! Ну что ты делаешь? Я девочке все повытирал, вообще все, что было. Ну так ее вот. Кто-то ждет в тазике. Так, давайте посмотрим. Проходи! Это крокодил! Смотрите, с мочалкой на голове! Привет, солнышки! У нас вышли тут обновляшки. Давайте посмотрим. Поэтому хватайте вкусняхи. И что тут балдит понаделал? Я буду вытирать! Ой, все, утро наступило, нашли крокодила. Отлично! Так, подбери очки, балди. Что это за очки тебе надо подобрать? Я не знаю, наверное, тыкви или мальчику. Мальчику голову не надо случайно подобрать? Походу, мальчик голову уронил, надо под столом поискать. Короче, я так понимаю, очки должны быть в форме тыквы. А какие очки в форме тыквы? Ну, сердечками нету, тут будут треугольники. Да. Стойте, друзья, это же треугольники. Ну, блин, это было логично. Треугольники просто. Цифра 2. Вот я нашел. Что? Подожди. Да, это была утка, а там было 2. Какой-то слишком easy level. Найди горячую штучку. Ой, косяк, утюг, утюг на втором этаже выключили. Или фен, печка. Нет. Какие еще в доме горячие штучки? Нет, подожди, это спайси, это острое, типа это горячее. Это перчинка. Ну да, кто... Это она утюг не выключила. Ну, короче, давайте посмотрим. Да. Следующий левел, включи приставку. Бабушка на стуле играется в джойстик. Чего? Подождите, она не играет... Она играет в симулятор вязания. Симулятор вязания! Круто! Короче, я думала, она вяжет, если честно. Вяжет она, на телевизоре вяжет. Да. Так, что там происходит? Не знаю, что... давайте заглянем за шторку туалета. Что? Хоть здесь мне никто не помешает посидеть в телефоне. Да выхожу я уже, мама, выхожу. Балденная девочка ковыряется в телефоне. Балден, ну честно, по секрету, я тоже сижу с телефоном в одном месте. Ну, блин, я в туалете сижу постоянно. Ну это честно, ведь половина читает что-то в туалете. Подождите, Ленте, я сделала ее очень привлекательной. Ты ее отправил, короче, купаться? Я ее отправил купаться, она и купалась, но я ее еще отправил. Отвлеки их от телефонов. А что они там рассматривают? Они это микроскопы, они рассматривают микроорганизмы, живущие на стеклышке. Так, приготовь тост. Ну, балди, это изи, наверное. Нужно нажать кнопочку. Игу! Кто тоже догадался, ставь лайкосик, а также подписывайся на наш каналчик, если у тебя еще кнопочка красная. Кошак! Кто любит котиков, нажимай красную кнопочку, если она у тебя еще красная. Что скрывает овца? Она скрывает, что она? Что? Что, нахал какой-то? Гигантский овцебык. Слушай, это прикольно. За что она его любит? Не знаю, давайте посмотрим. У нее ничего не вытирается. А что это? Она его любит, потому что он мешок с деньгами. Короче, жестяк, слушайте. Видели? Она его за ручку держит и гуляет с ним. Нет, ну я, конечно, хотела бы миллион. Помоги попасть в туалет. Блин, я в такой ситуации постоянно бывал. Иногда хочется в женский зайти. Я один раз тоже зашла не в тот туалет. Ну, правда, было такое. Почему женщина? Я постоянно так делаю. Даже такая заходишь, а мальчик на тебя такой смотрит. И такой, блин, прости, не туда зашла. Куда ехать? Ну ладно, так, куда ехать? Давайте пойдем налево, потому что направо яма. Ну, это логично. Спаси муравья. Как спаси муравья? Там ядерный реактор. Слушай, он его поджигает вообще. Обалдеть. О, так тебе и надо. На муравья налилось немножко радиации, и он стал гигантским. Так, спаси от грабителя. Хлебушек, что ли, спасти от грабителя? Он намазан был повидлом, а мы вытерли повидло, и он какой-то обгорел. Что-то я ничего не поняла, если честно. Как это работает? Как точить карандаш? Там все... Там сидит внутри бобер маленький и точит зубами. Это же наш хомяк, кстати. Вы спрашивали, как зовут нашего нового питомца. Кто видел эту серию, нет, пропустили. Посмотрите, у нас появился хомяк у Валерии. И назвали мы его Снежок. Потому что он у нас беленький. Так, а Балди все рисует. Да я не могу понять, это трусы или юбка. Это шотландец, вроде юбка. Ну, вроде и трусы симпотные. Что здесь не так?
Ну, короче, в Шотландии, ребята, вообще знали, что в Шотландии в юбках парни ходят? Ну, да, это реально так, это правда. Это национальный наряд, вот такой, круто. Да. Чтобы вентиляция задувала под трусы. Забрось вес, Ваня. Да вы чего? Блин. Так, вытираем Нафиг. Мальчика. Может, девочки тапки снять, они тяжелые. А лучше и всю снять. Балди! Что? Балди! Какая красота! Вы видели, я девочке все стер. Ну, давайте честными, я тоже, когда взвешиваюсь, все стараюсь себе снять, чтобы я поменьше весить. Я очень худой, поэтому я, бля, это видео не воспринимаю. Я тебе завидую, Балди, я тоже хочу кушать, как ты, ничего не толстеть. А почему она кота нажимает? Кота нажимать не надо. А, ну, это изи, кстати, было, просто стереть. Прогони вора. Давайте посмотрим, что в доме. Дома нету. Если дом вытереть, вор уйдет. Может быть, цепь собаки? А, это не знаю. Вор, это сосед мальчик Вася пришел починить водопровод. Да нет, это реально вор, Валди, он сейчас ограбит. Собаку надо отпустить. Короче, надо отпускать собаку, стопудово. Но собака что-то не отпускается. Все, найди Wi-Fi. Так, я нашел. У пеликана хвостик! Жесть. Он подал Балди, это не пели... Какой пеликан? Это вообще-то павлин, ребята. Павлин раздал стопы интернет. Короче, вытираем девочке крылья, чтобы она не была павлином. Это фея, Балди. I believe I can fly. Это фея с Питер Пена. А что-то она не работает, непонятно. Я не знаю, зачем ей флажок? Может быть, не надо ей флажок? Вытрем? Ну, конечно. Волшебная палочка. Она же фея, она прилетела к Золушке. Сделай одинаковыми. Так, сделай. А как можно их сделать одинаковыми? Обрезать. Обрезать кусочек у перчатки. У варежки. Так, все, они вместе. Помоги ниндзя. По-моему, тут задохнется, Балди. Надо спасать ниндзю. Снимай маску. Мало того, что он в маске, он еще и в защитной маске. Вы видели, у него глаза веселые какие? Он, по-моему, счастлив быть ниндзей. Да он задыхается, Балди. Дыши, парень, дыши изо всех сил. Слушайте, а ты ему наоборот. Может, ему надо было глаза протереть? Да я уже ему трусы протирал и купальник. Ничего не протирал. Нет, только... I'm a ninja. Только глазки. Так, спаси ракету. Это мангазики. А, какие это мангазики? Это просто ракета, которая сейчас просто умрет. Просто ракета рассекает пламя. Она загорелась, она очень быстро летела. Так, слушай, только пламя? Нет. Ее надо потушить. Ребята, знаете, как я классно умею тушить костры? Балди, не надо, пожалуйста. Давай нам лучше... Давай без подробностей. Не дали рассказать. Блин, лучше... я такой классный пожарник вообще. Балди, не надо. Мы... Ладно, сейчас я потушу ракету. Да, мы знаем. Ты, знаете, все вытереть. Ты как-то странно ее вытираешь. Уже и мангазики тебя 100 раз убьют, пока да ты они вытрешь. Уже сгорели 100 раз. Пока да? ваши эти пламя не стираете, тут не тушите, пожарников не играйте. Что не получается? Конечно, все сгорят. Я не могу понять. Может быть, у него пламя только с попки надо оставить? Да! Ну, это было тоже изи, правда, мы не догадались. Вот вам все изи, а сами попробовали повытирать. Оставьте в форме. Кого оставьте? А, вообще у него прыщ там, блядь. Кубик. Это прыщ? Это печенька. Странный левел, если честно. Кого выберет Фемида? Фемида это бог правосудия, богиня, да? Богиня правосудия. Она выберет полицейского с журналом про девчонок или выберет варюгу с мешком золота. А у нее, короче, смотри, из-под юбки насыпались монетки. Так она, может, это, Леня, она там уже наплыла. Она выбрала деньги! Ее варюга подкупил! Что это несправедливо. Так, ладно, убийца? Там, короче, труп в этом скелете в шкафу. О, боже мой, да ладно. Жена убийца. Жена зажарила. Найди пирата. Пирата? В смысле? Ой, усики. Попугайка. Классик. Найди монстра. Это корпорация монстров. Как звали ребята у того с корпорацией монстра одноглазого? Кстати, напишите, ребята, я не помню, честно, в комментах. Кто-то помнит? Майк Вазовский. Балди, вообще-то я написать в комментариях попросил. Хорошо, тогда напишите, как звали второго. Сними линзы. Я, короче, Балди, снял. Балди, да какие линзы? Балди! Я думал, нижние линзы, а у него, оказывается, еще и верхние линзы. Да, вообще-то это в глаза вставляют. Ого, так у него, короче, линзы размером, как нижние линзы. Да уж. Пусть они поговорят. О чем они поговорят? Какая прическа смешная или какая девчонка симпотная должна? Ну, как минимум, чтобы они сидели в гаджетах. Вытри гаджеты. Вытери Wi-Fi. Нет, они интернет вытри. Отпугни хищника. Кстати, я вам сейчас скажу 5 фактов про Леру, а вы угадаете, какой один факт неправильно. Пока Балди тут у нас отпугивает хищника. Первый факт. Валерий живет в США. Кто знает, пишите потом ответы. Второй факт. Валерий учится только на английском. Третий факт. Валерий у нас любит сыр. Четвертый факт. Валерий любит грибы. Не любит грибы. И пятый факт. Валерий у нас
что придумать бы до пятой? Валерий у нас живет там, где все время лето. Так что какой факт один неправда, пиши в комментах. А кто за Инстаграм и все это знает, не подсказывайте. Ну что, давайте смотреть, найди кота и птицу. Я нашел только пока птицу. Это лебедь, он сидит на лужайке. Подожди, как можно в лебеде найти кота и птицу? Вот может быть, лебедь схавал кота? А что, нет, подожди, тут что-то не то. А как лебедь мог схавать кота, если у него такая шея узкая? Кот бы туда не пролез. Слушай, а вот смотри внимательно, у него хвост какой-то, как будто хвост, ухо. Получается, как будто бы у него в попке живет кот. Ну да, давай его нарисуй туда кота. Ой, подай звук из попы гуся. Да нет, тут не то. Не подается ничего, не могу понять. Кстати, вот эта маленькая вообще на птицу похожа. Че, вы серьезно? Вот я сказал, Барсик с попы вылез. Обалдеть. О, кстати, я помню этот левел. Кто за ней следит, Балди, помнишь? Она в зеркале. За ней следит отражение зеркала. Она показывает мальчику в тумбочке свои трусы, сердечко. Нет, вы она... Вы видели, вообще жизнь. Гимнастикой, походу, леди занимается. Кота. Что? В смысле? Где это там... Это леди Леопёрд. Подожди, Леопёрд. А что у нее странное? Это леди Бак и супер кот. Это супер Бак и леди кот. Это... Воу! Что? Вы серьезно? Конечно. Кто еще не подписан, присоединяйся, нажимай красную кнопочку, делай ее серенькой. Не забудь про колокольчик и за лайкосик огромное спасибо. А также про наши каналчики Валеришка Плей, Валеришка Геймс, Валеришка Макс. Там очень крутые ролики для тебя выходят. Мы вас всех очень любим. Мы самые лучшие. И пишите, кстати, какой факт был один неправда про Валерию. Всем!